Это все типа просто дополнение, брат. Я просто делик взял. Ну, я тоже делик взял. Ну, то есть... Так. Так. Олег, ты будешь наверху со мной. Кто-кто, где что? Ты наверху со мной будешь? А, окей, давай. Андрей, иди кто с вами? Ну, возьму Ксеныч, наверное. Зачем тебе Ксеныч? Берем эти гильотины и все. Не-не, берите. Я императором буду просто. А вы, кстати, тестили плач здесь? Я просто буду императором, поэтому я возьму такой этот. Ты пока зарядишь, тебя, блядь, замочат быстрее, пока с ним добежишь, пока ударишь. Так вот. Долго, лучше гильотину. Так, блин. Ладно, я предлагаю, типа, я буду красным бафом, который это... Не-не, я буду красным. Это место уже, да? Это место уже занято. Как, короче, про рейнджеров, блядь. Ладно, тогда скажешь, что мне делать. Я сканер наверху. Он сканером будешь внизу. Ты же знаешь, как сканером работать, правильно? Я? Ну как, да. Вообще, я знаю, как сканер работает, но вот на этом этапе сканером не был. Тебе я просто нужно сказать, будет, тебе будет просто, смотри, твоя задача, тебе Олег сверху будет передавать сканер. Давайте начнем тогда, чтобы этот пришел, пиздюк. Чтобы можно было флаг поставить, всю херню. Пусть, надо куда-то подойти, кстати, я уже забыл. Надо всем, наверное, сюда подойти, да? Сюда. Я злой, бойтесь меня. Вот, все, анимация работает. Короче, что сканер делает, я знаю. И как передает там? Ну, сейчас. Стекло пусть разобьет. Силёнок не хватило опять. Ну, ничего, next получится. Там наверху стенку разобьешь, правильно? Берите, короче, флаг. Вот. Ты же знаешь, где, да, эти капсулы, которые ловить внизу, правильно? Я начинаю или пока объясню? Не начинай. Капсулы же знаешь, да, где, Вань? Алло. Меня слышно? Тебя слышно. Ага. Вань здесь? Или кто там хотел за желтого, который красный? Желтый, который красный. Он отошел, да? Отошел, окей. Короче, Егор, твоя задача будет... Андрюх, мы тебя здесь оставим, будешь таскать. Понял, как раньше? Да, да, без проблем. Ты будешь отсюда его собирать, кружечки таскать. Смотри, Егор, твоя задача будет такая же, в принципе, убивать больших чуваков, только на этот раз это будут кружечки, как они, прислужники называются, да? Прислужники, да. А вот, твоя задача их будет убить, их будет, по-моему, трое, один будет где-то вот здесь вот, короче, другой вот здесь вот простреливается, вот тут он посерединке, смотри. Видишь, где я? Вон там. Вот, и третий будет здесь, короче, где-то ковыляться. Вот, ваша задача, нужно будет их убить. И твоя задача тоже, помимо всего этого, чистить мобов. Вот, помимо этого, тут будут боссики, вот тут, который наверху стоял, вот, не который наверх побежал, а который рядышком стоял. Их будет тут четверо, по-моему. Четверо. Вот твоя задача будет лупить того, тебе нужно будет взять меч, если он тебя по-нормальному лайту, вот, и лупить именно того, которого будет бить... Кто тут желтый? Макаров как раз вот, Ваня. Вань, тебя не слышно, ты походу забагался. Перезайди, пожалуйста, в Дискорд. Вот, он будет подбегать, да, говорить, вот этого лупить. Тут их будет четверо, а одного только из них нужно будет убивать. Остальных нельзя будет трогать, и если тронешь, то будет вайп. Вот, он подбегает, говорит, бить этого, ты тоже его бьешь. Вот, и с него будет после этого падать вот такая вот, видишь, сферка, которая наверху мигает. Вот, тебе ее не надо будет брать, ее должен будет брать Андрюха, который Кейт. Если ты ее возьмешь ненароком, твоя задача будет просто сесть в лифт, вот там впереди видишь такие типа 4 штуки, 4 дырки, там будут лифты. Вот, ты садишься в этот лифт, ты пыкаешься наверх, там нажимаешь Е. Выходишь с лифта, я в тебя стреляю, говорю, беги обратно, и ты просто обратно садишься в лифт, и здесь начинаешь то же самое делать, что и делал. Понял? Ну,
принципе. Это если ты возьмешь шарик. Если шарик не возьмешь, шарик, если ты берешь у тебя вот, где у тебя нижний левый угол, где у тебя ульта над ультой, будет красная такая штука с отсчетом. Тогда ты его взял. Вань, ты появился? Тебя не было слышно. Ты здесь? Скажи что-нибудь. Да, а, да, все. Да, да. Тебя слышно. Камеры же знаешь, да, где? Раз, два, два и три. В курсе же, да? Ну да, конечно. Ну все, тогда будет он тебе передавать просто желтый. А вы как убьете, передаешь ему обратно, и все. В принципе, твоя задача на этом все. Вот. Тебе главное, знаешь, не брать вот этот вот кружок, постараться. Я не знаю, как ты это будешь делать. Я знаю. Потому что бывает, да, забираешь. Нет, подожди, даже если возьму, то у меня будет время прилететь к тебе наверх, ты его с меня снимешь, и все. Это да, но успеешь ли ты вернуться? Андрюх, смотри, если что, в принципе, если по времени такое будет, ты можешь поменять его, взять желтый, который передадут, типа сканер, и который засветится, просто подбежишь туда, скажешь, как его убить, понял? Кейт, ты же здесь? Или ты также, Егор, если вдруг... Ване будет такое, что он заберет вот эту штуку, которую я тебе говорил, не нужно брать. Он тоже будет подниматься, и тебе перекинут тогда желтый вниз. Заберешь его вот здесь, вот смотри, тут их три штуки. Ты здесь, Егор? Да. Вот, смотри, вот это первая, вот это вторая, и там третья. Желтый баф будет в них. Вот. Вот там третья наверху. Но лучше его всегда вот здесь вот забирать, потому что здесь, в принципе, сейвовое место. Вот. Ты его забираешь отсюда, и один из четверых, которых будет боссов, будет светиться желтым. Тебе нужно будет просто к нему подойти и сказать, что он, и бить его мечом. Остальные тоже будут это делать. После того, как ты это сделаешь, если ты будешь с желтым бафом, просто желтый баф обратно сюда передаешь, и все. Понял? Это вот задача того черика, который желтым был. Ну, в принципе, на этом все. И когда уже финальный этап будет, мы тпкнемся все наверх, то есть вам нужно будет подняться наверх на рифте, когда скажем, когда там у босса будет ДХХП, то есть это, в принципе, сам и видишь. Видишь у босса ДХХП? Тогда бежишь вон к тем рифтам, в которых я стрелял. Вот. Садишься на лифт, поднимаешься наверх, и также наверху будешь слушать Олега, мастер Джин, которого нужно убивать. Он будет говорить в кого. То есть он будет, в принципе, его бить, говорить. И там их будет просто... Не надо убивать меня, Олега. Да, там просто будет их очень много. Там, я не знаю, там дофигища их будет. И нужно бить определенного, которого он скажет. Других нельзя будет бить. Я не знаю, может, Олег, ты все-таки возьмешь этот, типа, который кидает меч, кладенец? Чтобы помечать просто какой. Я вам говорю, вы просто с мечами видите мастер Джина и бежите за мной. Если я начал бить босса, вот я подошел к боссу, я подожду пару секунд, там хватает времени, чтобы дождаться. Просто помнишь последнего, когда ты кричал, вон тот слева? Ну, это далековато было. Ничего, успеем. Да, вот, ну смотрите. В принципе, должны. Так, просто смотрите на меня и бежите ко мне. Все же здесь, да? Андрюх здесь? Замученный. Походу отошел. Не, я тут. А, здесь? Тут. Ну, тогда это. Мне понравилась твоя формулировка фраза «Джинка, которого надо убить». Не надо меня убивать. Так. 3 секунды можно. Так, кто тут у меня со сканером внизу? Внизу вы остаетесь. Ты, Немлес и Макаров. Вы втроем. У нас идешь с нами, будешь носить вот эти вот шарики, которые будут выпадать с боссов. Понял? Так, Макаров, вот твой ник в игре. Будешь просто за мной с ними Макаров? Бегать, я тебе буду говорить, куда уходить. Погоди, а еще секунду, а как вы красный баф передаете? А мы его не передаем, красный его не надо передавать. Нет, вот. Подожди, значит, ты сначала остаешься тоже внизу? Нет. Не-не-не-не, мы тут, смотри, зачищаем прислужников, тут появляется чувак с красным бафом. Мы его убиваем и вносим сюда. Все. Нет, но мы по-другому делали. Мы оставались четвером внизу, типа убивал он красного, и он улетал наверх. Это дольше времени. Там наверху, видишь, трое наверху, трое внизу. Это получается быстрее убиваем прислужников и наверху, и внизу. А если там двое, там тяжелее просто. Давайте, погнали, все. Угу.
смотри, сейчас лифт появится у нас, и побежим к лифтам, короче. Все, побежали. Только не через босса беги, то он тебя убьет. И садись, вон, свободный лифт. Все, и на той стороне, наверху, твоя задача тоже убивать прислужников. И собирать вот эти как раз-таки сверки. Повторная оценка сектора. Орбитальная платформа активна. На орбитальную платформу проникли посторонние. Статус опасность. В сторону не путайся. Просто я не рассчитал время. Взял. Не делай, не делай, успокойся, успокойся. Блин, а когда он слышится, по нему еще и дамаг не проходит. Неплохо. На мне желтый. Ну, сейчас прибегу. Левому немного оставил. Красный готов передать. Желтый зап. Суки, верхний меч не убили. Красный передал. Какой? Красный передали. Да. Дальний, нижний. Ага. Бьем, бьем, бьем. А у меня дебаф. Подожди, я красный заберу и сразу сюда в это вкладываю. Ага. Да. Принимайте за лимончик. Потом ко мне беги. Так, вот этот на мне. Сразу вот там все. Я баф взял, что делать? Да-да, бери, беги на лифт, потом обратно приедешь. Макс, приедешь. С тебя снимут баф, а потом поедешь обратно вниз. Верните а лимон. Передал. Ну я в лифте. Нижний, ближний. Готовы? Да. Вот я. Убегай, убегай. На лифтах заберите. Возьму, да. Не справа пойдем. Крайний левый. Бля, через зай в жопу побежал. Ты боже. Вещь. Угу. Все. Лимон передал. Угу. Забираю лимон. Он забери сейчас скейда. Благодарю. А? Повтор, скорее всего. И все время за Олегом бегай. Ты когда только с баз дебаф, тогда за мной. А так за Олегом. Чтоб успевал сбивать. Мне это пофигу, с кем я сейчас стреляю. Полезнейший экзот. Когда ты тут душа находишь? Dark Souls, что ли? Огонь. Вышел. Смотри, как холопок идет. Внизу рядом с боссом. Где-то у вас сверху.
А это у нас свет сейчас. Какой? Нижний, дальний. Готовы? Да, поехали. Раз, два, три. Откатился, ага, нормально. Че там снизу висут, не висут? Или это первый? Напомните мне. Это первый был, сканер передал. Тогда давай направо сдам. Так, за мной, мужики. То я уже все. Опять. Убегайте. Сканер дают? Да. Сканер передал. Левый. Левый верхний. Готовы? Да. Поехали. Ад. Ай, сейчас. Уходи. Не, подожди. Нихера. А, да, все, нормально. На лесенке заберешь что-то потом. Тут будем? Да. Право. Ой, левый. Все, бегите. Сейчас забираю, да? Да, бери. Там их передал. Ну, ловлю. Ну что, успеете, что ли, дома закрыть? Так, я сейчас с лифта выйду. Должны они вот тут. Все, уходи. Думаю, нет. Ну, разве что вы нам одного пришлете на подамажить. Вниз лево. Не, давай не будем рисковать. Ну вот тогда, если что, просто. Не, мы не задамажим, скорее всего. Придется еще внизу убивать. Ты больно же. Да чтоб тебя, сучок. Ну, какой-то ракетный пацан, она выпадет, и она... Ну, шанс. Патроны кончились на ПП. Охуеть. Патроны! Убили левый? Левый, да. Нижний убили, не? Не знаю. Нет, вон он. Вижу. Бля, бегает и не засранец. Левый. Жду, пока подойдешь. Поехали. Раз, два, три. Давай. Нормально, все, поднимайтесь все наверх. И баф, давай налево тогда, сразу сдавай. Уходи. Нормуль. Так, к мастер Джину подходим и за мной за ним бегаем. За мной. Вперед. А, ты еще одного, нормально, еще одного. Где? А, нет, все, все нормально. Успели. Окей. Кайфа. Получилось, что за одну, блин, это. На среднем. Еще одни перчатки. Станы дали. Ноги, да сука!